В пятницу в столице Сирии возле штаб-квартир служб безопасности прогремело два взрыва. По заявлению государственного телеканала, в результате теракта погибло 30 и было ранено 55 человек, большинство из которых гражданское население. Телеканал также представил видео с места трагедии. На кадрах видны обгоревшие автомобили, в которых предположительно и были заложены бомбы. Власти сообщают, что по одной из версий за организацией теракта может стоять Аль-Каида. Инцидент произошел на второй день после того, как в страну прибыли наблюдатели от Лиги арабских государств. Они должны подготовить основу для работы группы, которая вскоре планирует прибыть в Сирию. Она будет вести наблюдение за тем, прилагает ли сирийское правительство усилия для восстановления мира после месяцев противостояния с оппозицией. Власти Сирии обвиняют в организации протестов против президента Башара Аль-Асада террористические группировки и говорят, что в ходе стычек с протестующими погибло 2000 военных. Между тем, по данным ООН, правительство подавляет протесты насильственно, в результате чего за 9 месяцев погибло по меньшей мере 5000 человек.